Алекс, молоденький. Алекс, доброе утро. Алекс пришел вот к машинке. Это на территорию практически рядом с Львиным пляжем. Ну, а Зевс, Зевс тоже был. А вот и Зевс, вон он. Подошел? Ага. Да, вот они, ребятушки. Уже нас увидели. Вот они. Куда идут? К молодым идут. Сейчас бы хорошо их угостить, но у нас пока ничего нет. Ну, мы пока, да, мы пока без гостинцев. Еще рано очень. Ну, мы с автобуса бегом сюда. Пришли проведать Левиков. Так, Алекс, ты куда там, в кабину? Красавец такой, Алекс. А Зевс там дальше лег, вон, за деревом. Ну, да. Лень. Точно в кабину хочет. Лень как позирует красиво. Лень, Тань, да? Алекс. Алекс. А, все интересно. Подрос Алекс, да? Подрос. Такая гривка у него. Прям подраспушилась. Блин, какая пушка на животе у него, да, уже? Угу. То есть, сейчас, смотри, Марселя перегонит по пушистости, да? Угу. По пушке. А вот с той стороны глянь. Все семь сидят, Левика маленький. Так, сейчас, подожди. Семь. Да, да. Ленька, все сюда смотрит. Вот они, да. Мишель, граф, гром. Так, подожди, Хан. Дальше Гектор, Снежок и вот Катя, Катя. Это Катя. Катя. Да, вот они тоже все. Вся команда их, да, Таня? Ну, одна девочка, да, там отдельно отсажена. Пойдем еще там все как-то посмотрим. Там еще шучуки были. Сейчас. Вот они. А Зев с Алексом, вот они легли возле машинки. Джуна, Джуночка идет, вот она. Джуночка. Джуна. А там дальше Чук, Персей и Алиса возле своего вольера лежат. Джуна к Зевсу с Алексом идет. Давай понаблюдаем. Давай. А тут не видно за машиной. Ну, она сейчас выйдет, наверное. Вон попа Джуны. Но мы ни разу их тут так близко не видели, Зевса и Алекса на этом пляжке, правда? Ну, стали приходить уже. Они на кормежку, говорят, ходят, на утреннюю. Посмотрим. Джуна приближается, да, смотри. Нет, мимо пошла Джуночка. Ну, мимо пошла. А он наблюдает, для... Угу, Алекс наблюдает. Пошла, пошла. Нет, кругом-кругом уходили. Подожди, а? Зев заинтересовался Джуной, да, по-моему? Ага, пошел. Ну, только мы тут уже не снимем, она в кустике пошла. Тут уже не видно. Уходит он за ней, она в кустике, и Зевс пошел. Ушел за ней, да, да? Ну, тут, да, тут уже кусты, тут уже... Тут уже не видно, да. Тут уже не видно. Тут уже не видно, что происходит, да. А вот, нет, да. Вот Джуна идет. Джуна. Джуна. Вот он, ага. Бежит. А вот и он. Погодь, это Гирей. Это Гирей? Это Гирей. Да, ты что? Да. Азевс куда делся? Азевс не знаю. А видно спокойно Гирей мимо Азевса прошел, да? Там? Ну, они нормально у них все. А, вон, пошел, пошел туда. Ага, это Гирей пришел. Гиреюшка. Гиреюшка. А Алекс лежит там или ушел? Нет. Алекс лежит. Алекс лежит, и лежит, лежит Алекс, да. Зевс, по-моему, туда дальше в кусты ушел. Угу. Алекс лежит, да. И Джуночка, и Джуночка ходит. Пошла, прошлась. Да. Променад сделала и вернулась. Угу. А
такие все лежат, как на выставке. Глянь, так вроде бы позируют нам, Тань. Угу. Посмотри, Тань. Посмотри, позируют нам молодежь. Да я видела, что они все кучкой вот лежат. Все семером. И все смотрят сюда. Угу. Все смотрят сюда. Одна девочка с ними. Хорошо, что она хоть их еще держится. Ну, чуть на расстоянии сидит чуть-чуть, да? Угу. Глянь, как у Мишеля тоже грива уже, да, прям? Угу. Ну, когда будем кормить, мы хорошо их рассмотрим. Да. У него прям грива подопушилась у этого, у Мишеля. Прям. Да я хочу понаблюдать, пойдет Гирей сейчас к молодежи или нет. Так видео заканчиваем. Чтобы длинные далеко доставляют. Так. О, Алекс, куда Алекс? Алекс тоже куда-то уходит. И Гирей ушел, да? Нет, нет, Гирей вон он. Нет, Гирей за деревом. Гирей за деревом. Джуночка, вот она лежит. Так хочется, чтобы все дружили, правда? Чтобы без драк, без... Вот тебе. Вон Гирей. Гиреюшка. Гиреюшка, да, Гиреюшка. Гирей. Ну, уходят, видимо, уходят. Ну, и Зевс туда пошел. Зевс ушел, Гирей, Алекс еще лежит возле машинки. Уходят ребята, все.